Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня у нас 29 марта, заканчивается март. И казалось бы, вот у меня и эти томаты уже большие, и эти большие. Можно ли еще посеять томаты, например, кому? Тем, кто опоздал, тем, у кого нет теплицы. Конечно, можно. И даже не можно, а нужно. Вот смотрите, кому сейчас можно сеять томаты? Ну, конечно, тем, у кого нет теплицы. Если мы эти будем высаживать в теплицу рано-рано, то те люди, у которых нет теплиц, и они не хотят под пленочными укрытиями выращивать, конечно, сейчас самое время, конец марта, начало апреля. Если мы посчитаем, например, если вы посеете в первых числах апреля, ну, пусть они взойдут у вас 5-6, 6 мая будет месяц, 6 июня будет 2 месяца. Это как раз тот самый срок рассады, который рекомендован специалистами для высадки в грунт. Кому можно сеять? Конечно, тем, кто живет в сибирских регионах и в других холодных районах. Ясно, что не будут уже в Краснодаре сейчас никто сеять, и не будут там, где, я не знаю, в Ростовской области. Хотя я там ни разу не была, но я по комментариям уже знаю, что там сеют очень рано. А сибиряки — это самое время посеять, во-первых, тем, у кого нет теплицы, во-вторых, тем, кто еще не посадил ранние скороспелые. Несмотря на то, что у меня вот эти уже большие, я еще вчера сеяла дамский пальчик, ультраскороспелый, потом эти Санька, Джина, Льдинка, Полярник, все вот эти сорта можно сейчас сеять. До 10-15 апреля вполне допустимы эти посевы. Ну, конечно, если в эти сроки посеять высокорослые, индетерминантные, позднеспелые, если у вас нет теплицы, вы будете выращивать в открытом грунте, естественно, весь урожай на кусту у вас, на кустах не созреет. Придется срывать зелеными. А вообще посев томатов еще продолжается до середины апреля. Ой, что такое? Я вот еще буду сеять в теплице прям прямым посевом в грунт, как озимы. Так что, пожалуйста, все скороспелки, все ранние, все томаты, которые вы будете выращивать без теплицы в открытом грунте, которые раньше вам никак нельзя было посеять, потому что у вас переросла бы рассада. Кто высаживает после 10 июня, после 15 июня, сейчас как раз самая пора, когда нужно взяться и посеять последние томаты. Все, до свидания.